несмотря на то, что на дворе скорее март, чем конец декабря, где-то внутренне мы ждем новогоднего чуда, сказки. Сегодня попробуем это сделать. Не для себя, но для кого-то. Поедем не сами по себе, а вслед за красногорским Дедом Морозом с подарками. Илья занимается этим уже 5 лет, поэтому что дарить, знает как никто. По ежегодной своей традиции поздравляю жителей своего округа, в основном кто нуждается. Но сегодня мы выйдем 17 наборов. Я с своей точки зрения собрал продуктовые наборы. Вино, шоколадки. Все, что нужно к празднику. Плюс мультиварки. Это уже подарки от партнеров. В общем, едем не с пустыми руками. Но главное все-таки не они, а настрой. Движуха, конечно, знатная. Помимо Деда Мороза, Снегурки. Вон она сидит. Готовится к выезду. Здесь еще ребята, которые занимаются в клубе. Сейчас они будут растаскивать вот подарки, пакеты по машинам. Все это повезем. В общем, вовлечено большое количество людей. Поедем дарить всем праздник. Как уже говорили, сегодня план 17 семей. Их, конечно, больше. Больше 500. Но не всех можно охватить за один раз. Просто именно в выходные люди массово дома. Что до личного времени, все привыкли. Привыкли, что общественное важнее. Вот о себе, наверное, я, в принципе, давно не думал, если так честно. Как погода на дело, скорее всего. Даже чуть раньше. С 98 года, если честно. Как погода, у меня одел первый, да. Вот, поэтому в нынешнее время вообще обязательно надо, вообще надо сплочаться. Посох, Никита взял, делал. А где Никита? Чуть не воткнула. Да, на адресах нас ждут. Ведь дело не в сюрпризе, а в реальной помощи и поддержке. Мандарины, вино, мультиварки – это о том, что о людях не забыли. Помнят и вместе с этими подарками делятся теплом и словами поддержки. Они сегодня одинаково нужны как семьям, что попали в определенную жизненную ситуацию, так и тем, чьи отцы и мужья ушли на спецоперацию. И что меня порадовало больше всего – настроение участников. Радует, что все это действительно происходит с таким прям настроением, не обязательно, да, историю из серии «Вот мы должны», а прям типа «Эй, пойдемте дарить людям радость!» Процесс быстрый. Пришли, поздравили, ушли. На каждую семью по 5 минут. Плюс дорога. Вот и день закончился. Екатерина, здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. Просто тяжело дышать. Болел. Дедушка старый. Да. Несмотря на это, семьи признательны не за конфеты или мультиварки, а за внимание, которое греет и делает мир немного светлее и добрее, что в современном мире ценится очень дорого. Слушайте, подобные истории сегодня будут происходить все чаще и чаще. И у меня к вам предложение. Купите конфет, купите мандаринок, пройдитесь по соседям, по знакомым, подарите им чуточку праздника, как мы сегодня. Ой, гололед, будьте здоровы!